современном обществе 25% взрослого населения страдает артериальной гипертонией. Из них 70% легкой и умеренной формой артериальной гипертонии, являющейся одной из причин мозгового инсульта и коронарной болезни сердца. В России сердечно-сосудистая заболеваемость наиболее высокая среди развитых стран мира. Артериальная гипертония является одним из наиболее тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она довольно часто встречается среди населения, где-то 20-25% по некоторым данным мужчин в возрасте после 30 лет имеют повышенное артериальное давление. Последние десятилетия ознаменованы глубоким изучением и причин возникновения этой болезни, и разработкой новых методов диагностики и лечения. Если говорить в целом о проблеме гипертонии и о задачах, которые стоят перед нами, врачами, в решении этих проблем, то нам хотелось бы обратить внимание на малоизученную и с точки зрения механизмов возникновения, и с точки зрения диагностики лечения, так называемую мягкую форму гипертонии. Дело в том, что вот эти мягкие формы, они протекают очень часто бессимптомно, и лишь случайно при изучении артериального давления обнаруживаются эти больные. В то же время мягкая форма, как показывает наблюдение, может представлять угрозу для здоровья больных, учитывая, что при этой форме очень часто возникают мозговые инсульты. Вот почему мы именно обращаем в последнее время на борьбу с этими формами гипертонии. В кардиологическом центре регулярно проходят разборы клинических случаев сердечно-сосудистых заболеваний. На таких разборах принимают участие как маститые ученые, так и молодые врачи. Клинические разборы – это школа по кардиологии, где на примере конкретного больного разбираются современные вопросы патогенеза заболевания, его диагностики и лечения. В отделе артериальной гипертонии кардиологического центра больных обследуют для уточнения генеза артериальной гипертонии. По двухэтапной схеме, разработанной в Институте клинической кардиологии имени Мясникова, исключаются вторичные формы гипертонии. Пациентам проводится подбор современной гипотензивной терапии. Потому что это в какой-то степени определит нашу тактику в отношении вот медикаментозного или немедикаментозного вот лечения. Пожалуйста, все эти исследования сделайте. Вот, а исследования почки, надпочечников надо сделать, особенно провести ультразвуковые исследования. Также необходимо провести ультразвуковые исследования экстракраниальных артерий, вот, сонных артерий, позвоночных артерий. И таким образом мы сможем определиться в отношении ее диагностики первичной или вторичной артериальной гипертонии. Классификация артериальной гипертонии по уровню артериального давления. Нормальное артериальное давление систолическое ниже 140 мм ртутного столба, диастолическое ниже 90. Мягкая гипертония 140-180, 90-105. Подгруппа пограничная гипертония 140-160, 90-95. Умеренная и тяжелая выше 180, выше 105. Изолированная систолическая выше 140 и ниже 90. Подгруппа пограничная гипертония 140-160, ниже 90. Поражение органов мишени при артериальной гипертонии. Сердце, клинические электрокардиографические, эхокардиографические и радиологические признаки ишемической болезни сердца, гипертрофии левого желудочка, дисфункции левого желудочка или сердечной недостаточности, сосуды головного мозга, приходящие нарушения мозгового кровообращения или инсульт, почки, креатинин плазма выше 130 ммоль на литр, протеинурия, микроальбуминурия. Периферические сосуды, отсутствие пульса на одной или более крупных артерий за исключением дорзалис педис с признаками
перемежающейся хромоты или без таковых и аневризма. Сосуды сетчатки глаза, геморрагии или эксудация с отеком соска зрительного нерва или без такового. В России количество мозговых инсультов в 4 раза выше, чем в развитых странах мира. Мягкая и умеренная форма артериальной гипертонии является преобладающими у лиц, перенесших мозговой инсульт ишемического характера. Регулярность гипотензивного лечения – одно из необходимых условий его эффективности. У людей же низкая осведомленность о наличии у них болезни и нерегулярное лечение. После курса терапии в клинике кардиологического центра только 32% больных продолжали регулярно лечиться, и эффективность этого лечения выразилась в трехкратном уменьшении мозговых инсультов в сравнении с нерегулярно лечившимися больными. Измерение артериального давления проводится согласно международному стандарту с аускультацией тонов Короткова, великого соотечественника, открывшего этот феномен в начале 20 века. В биохимическом анализе крови врачу важно знать содержание липидов, повышенный уровень которых способствует развитию атеросклероза и значительно увеличивает риск осложнений у больных с артериальной гипертонией. Желательные уровни липидов в крови. Общий холестерин 5,2 ммоль на литр. Холестерин липопротеинов низкой плотности. В пределах 3,5 – 4 ммоль на литр. Триглицериды 2,3 ммоль на литр. При офтальмоскопии оценивается состояние сосудов глазного дна, что дает представление о вовлеченности в патологический процесс сосудов мелкого калибра. Поражение центральной нервной системы при артериальной гипертонии дает разнообразные симптомы. Выявление транзиторной ишемической атаки в анамнезе настораживает врача в отношении повышенного риска мозгового инсульта. На электрокардиограмме, снятой в 12 общепринятых отведениях, определяется вольтаж желудочного комплекса и фаза реполяризации, которая дает представление о гипертрофии левого желудочка и метаболических процессах в миокарде. В ряде случаев применяется автоматизированный комплекс прекардиального картирования электрических потенциалов, который позволяет проводить дифференциальную диагностику выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка с электрокардиографической картиной псевдорубцовых изменений. Для исследования динамики артериального давления в течение суток используется неинвазивный метод мониторирования с помощью различных портативных систем, способных самостоятельно накачивать манжетку и регистрировать артериальное давление через заданные врачом интервалы времени. В последние годы распространение получили системы, основанные на осциллометрическом методе регистрации артериального давления Space Labs 90202 и 90207. В кардиологическом научном центре совместно с Институтом медицинского приборостроения разработан аналогичный прибор и начат его серийный выпуск. Больной ведет обычный образ жизни и ведет запись своего самочувствия. В среднем за сутки регистрируется 80-100 величин давления, которые затем обрабатываются на компьютере. Отсутствие адекватного снижения артериального давления ночью, повышенная вариабельность давления в течение суток и повышение артериального давления в утренние часы – неблагоприятные факторы для развития органных поражений и осложнений при артериальной гипертонии. По данным регистра Института неврологии, мозговые инсульты чаще отмечаются в утренние часы. Для оценки эффективности гипотензивной терапии также необходимо иметь представление о колебаниях артериального давления в течение суток, что не достигается при однократном его измерении.
Метод мониторирования дает возможность оценить влияние гипотензивных препаратов на уровень артериального давления в дневное и ночное время, и, что особенно важно, в утренние часы. Для оценки наличия и выраженности гипертрофии миокарда левого желудочка, одного из факторов, определяющего прогноз заболевания, проводится эхокардиография. Метод также оценивает функциональное состояние миокарда. Ультразвуковое исследование почек дает возможность оценить структуру почек и наличие дополнительных образований. Ультразвуковыми методами, дуплексным сканированием и цветным доплеровским картированием потоков крови оценивается состояние магистральных артерий головы, с патологией которых связывает около половины всех случаев ишемических инсультов. Наличие мягких или с неровной изъязвленной поверхностью атеросклеротических бляшек должно насторожить врача, так как они могут быть источником тромбоэмболии в сосуды головного мозга с развитием инсульта. Артериальная гипертония часто сочетается с коронарной болезнью сердца. Рентгеноконтрастная коронарография проводится в тех случаях, когда требуется верификация ишемической болезни сердца, или больному с ИБС необходим выбор радикального вмешательства в зависимости от выявленной патологии, балонирование, стентирование коронарных артерий или аортокоронарное шунтирование. Высокоинформативными неинвазивными визуализирующими методами, оценивающими состояние экстра- и интракраниальных артерий и структуру вещества головного мозга, является магнитно-резонансная тома и ангиография, которая выполняется как на сверхпроводящих магнитно-резонансных томографах, так и на томографах с низкой напряженностью магнитного поля. Сочетанное применение этих методов дает преимущество одновременного исследования вещества и сосудистой системы головного мозга. Немедикаментозное лечение мягкой гипертонии проводится в случаях систолическое давление 140-179, 90-99 диастолическое и отсутствие органных поражений. А медикаментозное лечение при тех же уровнях давления, но при наличии уже органных поражений и факторов риска, и при диастолическом давлении равном или выше 100 мм ртутного столба. В Российском научном центре реабилитации и физиотерапии довольно широко используются немедикаментозные методы и профилактики, и лечения. Для этих целей мы широко используем электросон, мы используем синусоидально модулированные токи, мы используем дециметрово-волновую терапию, то есть микроволны, мы используем ультразвук. Ну, наверное, было бы лучше все-таки проводить вот эти методы в курортных условиях, потому что сама по себе курортная обстановка с применением физических факторов будет способствовать и профилактике, и лечению артериальной гипертонии. Раиса, ну как вы сегодня себя чувствуете? Гораздо лучше. Занимались дома с приборчиком? Да, занималась. Ну и как, получалось у вас? Думаю, что да. Удавалось расслабиться? Да. Хорошо известно, что психологический стресс и эмоциональное перенапряжение играют важную роль в развитии гипертонической болезни. Именно поэтому при лечении мягкой гипертонии очень часто используются различные методы психорелаксационной терапии. Использование этих методик позволяет не только улучшить психологический статус пациента, но и добиться нормализации артериального давления даже без дополнительной фармакотерапии. К методам психорелаксации относятся такие хорошо известные методики, как аутогенная тренировка, прогрессивная мышечная релаксация, методы медитации, а также метод психотерапии с использованием устройства биологической обратной связи, который широкое свое развитие получил в последние годы.
Особенностью этой методики является использование специального устройства, позволяющего пациенту во время занятия постоянно получать информацию об изменении его психологического эмоционального статуса. Этот прибор включает в себя электроды, которые регистрируют электрическое сопротивление кожи пациента, отражающего его эмоциональное состояние. Вся информация о состоянии пациента поступает ему через наушник в виде звукового сигнала меняющейся частоты. Чем больше частота звукового ритма, тем более пациент напряжен. Если же частота звукового ритма снижается, значит пациент расслабляется. Во время занятия и врач получает информацию о состоянии пациента в виде светового сигнала меняющейся частоты. Чем реже ритм светового сигнала, тем более пациент расслаблен. Само занятие, тренинг, продолжается в течение 15-20 минут. И, в принципе, где-то 10-12 занятий достаточно для того, чтобы больного обучить этой методике и добиться нормализации артериального давления. Производная Рауэльфии. Противопоказания. Больные с психической депрессией, язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта. Бета-блокаторы. Бронхиальная астма, обструктивное заболевание легких, полная поперечная блокада сердца, слабость синусового узла, сахарный диабет, атеросклероз периферических артерий. Назначение бета-блокаторов предпочтительно при артериальной гипертонии с повышенной вариабельностью давления, гиперкинетическим синдромом и ишемической болезнью сердца. Бета-блокаторы обладают кардиопротекторным свойством. Антагонисты кальция. Осторожность при застойной сердечной недостаточности, блокада проводящей системы сердца, гиперчувствительность. Пролонгированные формы антагонистов кальция. Изоптин-ретард, ламир, нарваск при одно- или двукратном приеме обеспечивает гипотензивный эффект в течение суток и нормализацию артериального давления в утренние часы. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Острая почечная недостаточность при двустороннем стенозе почечных артерий, острый гломерулонефрит, холецистит с частыми обострениями. Ингибиторы АПФ предпочтительнее у больных с артериальной гипертонией и с выраженной гипертрофией миокарда. Ингибиторы АПФ улучшают функциональное состояние почек при диабетической нефропатии у больных с артериальной гипертонией и сахарным диабетом. Препараты улучшают прогноз у больных, перенесших острый инфаркт миокарда со сниженной фракцией выброса. Диуретики. Гипокалемия усиливает токсичность дигиталиса, обострение подагры, возможно повышение лития в крови. Применяются как препараты первой линии самостоятельно, так и в комбинации с другими препаратами. Необходимый регулярный контроль ЭКГ и содержание калия в крови. Альфа-блокаторы. Для предотвращения ортостатической гипотонии отказаться от диуретиков. Альфа-блокаторы также применяются как препараты первой линии. При гипертонических кризах целесообразно комбинировать с бета-блокаторами. Для больных с артериальной гипертонией важно проводить борьбу с факторами риска, которые ухудшают прогноз заболевания. Проблема борьбы с артериальной гипертонией приобретает не просто медицинское значение, не просто задачей органов здравоохранения. Она является задачей государственной. Почему? Потому что сегодня гипертония является одним из важнейших факторов риска возникновения инфаркта миокарда, кровоизлияния в мозг и в значительной степени таким образом обуславливает смертность и трудовые потери в нашей стране. Это признают и наши государственные органы, учитывая, что они поручили нашему коллективу разработать федеральную программу борьбы с артериальной гипертонией. В чем суть этой программы? Ну, прежде всего, нам необходимо сделать так, чтобы каждый гражданин нашей страны знал, болен он гипертонией или не болен. Поэтому
важнейшей задачей этой федеральной программы является выявление больных с артериальной гипертонией. Ну, некоторые говорят, что это диспансеризация. Это не совсем так. Потому что мы не просто только должны выявить эти больных. Мы должны обеспечить нормализацию артериального давления среди этих групп населения. Задача эта непростая, учитывая, что, ну, во-первых, многие не очень стремятся принимать антигипертензивные препараты или бросают их при снижении артериального давления, улучшении состояния. Поэтому нам необходимо организовать наблюдение за этими больными. Кроме того, эта программа включает, конечно, и проведение целого ряда таких, я бы сказал, ограниченных научных исследований в плане изучения последствий и гипертонии, и последствий, возможных последствий лечения этих больных. Не в плане осложнения, а в плане того, как это лечение будет влиять в дальнейшем на судьбу больных, имевших в прошлом артериальную гипертонию. Сегодня эта программа уже начинает осуществляться на региональных уровнях. Такие работы ведутся в Санкт-Петербурге, в Томске, в ряде районов Москвы. Внедрить такую программу очень сложно, потому что существует определенный консерватизм врачей и существует консерватизм больных. И преодоление вот этого консерватизма очень важно в решении этих вопросов.